Тихо, приветствую. Да, вам не показалось. Это тот же самый корабль. Это тот же самый порт. И он везет продавать гравий. Нужно только ему сейчас тут поставить загрузочку до полного, чтобы он подождал. И ехал на границу. В чем была проблема? Я не буду вдаваться в подробности. Я просто скажу, что у меня самая лучшая аудитория, которая подсказала, как это сделать. Потому что мне пришлось залезть в код мода и изменить некоторые параметры, чтобы оно начало работать. Потому что мододел неправильно прописал одну строчку в этом порту. И, соответственно, из-за этого весь этот колоборот и был. Но ничего. Прописали строчку, все стало нормально. Теперь возится сюда гравеечка. Потом я за кадром, смотрите, подправил вот нашу добычу гравия. То есть я ее немножко, буквально на 4 клетки передвинул вот сюда, вот вперед. Укоротил немножко поезд. Получается, в нем теперь сколько? 5 вагонов. Он как маневровка получается. И все, теперь он загружается и в порт ездит. Тут никто никому не мешает. Здесь у нас заправляются именно экскаваторы, которые это все добывают. Все, то есть отличненько. Все решилось, все хорошо. Следующий этап, который я хотел решить за кадром, но у меня не получилось. Кстати, заработал у нас вот этот производство еды. Так что еду мы уже сами производим. Потом уже на следующий год начнем потихонечку закупку еды убавлять. И будем уже на своей держать. Смотрите, какая проблема насчет вот этой вот техники, которая тормозит насчет экскаваторов. Видите, порожний вес 5 тонн. Видите, да? Мне написали, да купи другой экскаватор и купи именно бортовой грузовик, пускай возят. Я ж такой подумал, чего бы нет, почему я так не сделал. А потом я вспомнил, почему я так не сделал. Бортовой грузовик, который может перевести технику, на данный момент только один. Это АМА. И может он перевести технику, которая весит 1,5 тонны. Вон, видите? Вес в кузове 1,5 тонна. А вот этот вес 5 тонн. А вот этого бульдозера вес, получается, маленького 2 тонны. То есть даже самый маленький бульдозер, если я поставлю, все равно его никто не отвезет. Так что вот такая вот беда, к сожалению. То есть получается, если бы даже вместо него выехал бы сталинец или выехал бы вот этот, не знаю, 15-30, была бы та же самая ситуация. То есть создатели мода, которые вот создавали мод АМО, поправьте, пожалуйста, вот крытый грузовик хотя бы на 2 тонны. Хотя бы на 2, не 1,5, 2. Я уже не хочу лезть в код опять мода менять, чтобы можно было поставить тот же самый другой экскаватор, и там все работало. Смотрите, сейчас я хочу проверить, как наши строители работают здесь, и потом мы пойдем в эту точку запускать электростанцию и запускать угольную шахту, чтобы у нас уголь добывался, перерабатывался, то есть обогащался и, соответственно, вырабатывалось с угля уже электричество. И потом уже будем сегодня работать с электричеством. Давайте сейчас посмотрим, как у нас Саратов отстроится, хотя бы начально. Я хочу на него посмотреть, как он будет выглядеть. Прикольно, они Саратов отстраивают, а вот мне один вопрос, почему они перестали строить? Чего не хватает? Доски? Это? Да вроде бы все есть, чего вы не строите? О, даже дядя Ленин начал потихонечку отстраиваться. Почему-то стройка остановилась, там мне, кстати, дельную идею прислали, знаете какую? Говорит, у тебя есть вариант, чтобы нормально строить, там Серега вроде бы написал, говорит, раз тебя экскаваторы тормозят, ты поставил, говорит, стройконтору временную, маленькую здесь, поставил здесь экскаваторы и именно заправочку для них, и пускай здесь все именно выравнивает для того, чтобы именно подготовить вот стройплощадку к застройке. А потом, говорит, перегоняй их, да и все, чтобы они именно не ездили друг за дружкой, вот так вот. В принципе, дельная идея. Почему никто не ездит? Я не понимаю. Что?
Почему в городе никого нет? Вот это отснял. Так не говори, что город вымер, а? Ну, пожалуй. Давай сейчас в горком загляну. Ноль. Ну, это пока ничего не значит. А если через список... Ставрополь. Ноль. Население. Еп. Отснял красивый кадр таймлапсе. А в чем причина? Почему умерли? Чего нету? Покажи в магазине, чего нету. Нету еды. То есть на автозакупке только мясо стояло. Еда у нас поставлялась здесь. Здесь мясо чуть-чуть осталось. Еды нету. Почему еду не привезли? Почему ты еду не привез? То есть ты стоишь, ждешь, пока у тебя заберут механические детали и электродетали. Электродетали вообще, которые... Это мой косяк. Это мой косяк. Короче. Продажи хоть какие-то у нас были в этом году, экономика, подскажи нам. Предыдущий месяц, 11 тысяч, да. Продажи у нас есть, отлично. В том году 600, то есть в принципе, мы сможем отдать долг, да? Блин, я не ожидал этого. Да вот в каждой серии какой-то косяк у меня, что я за, в этом сезоне за бокопор? Красиво построю и бокопорю. Ладно, все, соберись, тряпка. Что можно придумать? Можно переселить народ с какого-то именно участка. Ну, в тот раз начали канифолить. Ты переселил население там туда-сюда. Хорошо, не буду переселять. Давайте я возьму два кредита. И сейчас заново засажу именно. То есть Ставрополь заселю. Назад заселю. Два кредита. Это сколько получается? 4 миллиона. 4 миллиона возьму. Один, да, кредит беру. Потом второй, вот два кредита взял, 4 миллиона. И сейчас быстренько назад возобновляю, да? Давай только сейчас мы, не знаю, ругать будете, но... Надо сейчас так делать, к сожалению. Вот еда, потом идти разбираться с этим железной дорогой. Блин, сипоны мне сорвало! Ладно, ничего страшного. Сейчас разберемся, секунду. Извиняюсь, просто немного на эмоциях. Сейчас быстренько людей вернем назад. Готово. Людей назад вернули, потратили деньги. Ну что поделаешь? Давай нажмем play, сейчас посмотрим, все они должны выбежать. Так. Да, вот они все пошли. Что мы можем сделать, чтобы такое предотвратить в следующий раз? Сначала давайте о жителях побеспокоимся, потом уже буду делать то, что я запланировал на эту серию. Первое. Иди-ка ты сюда, дружок. Смотри. Сейчас ты, наверное, поедешь назад. Электронику пока не закупай. Механические детали пока не закупай. Кирпич есть у нас? Значит, вручную надо все делать. Кирпич, да, купи. Купи кирпич. Кирпич и еды купи. Все, больше ничего не покупай. Разворачивайся, дружок. И встретимся там. Теперь у нас есть еще производство, значит, уже свое еды. Нужно его сейчас наладить. В том году, если я не ошибаюсь, мы с полей не смогли увести весь урожай. Тем самым у нас было меньше количества именно еды, производства. Можно посмотреть, конечно, по статистике, сколько еды произвели в том году, но можно и так посмотреть. 34. Для того, чтобы полную статистику иметь, нужно, чтобы полный город Ставрополь прожил целый год, и мы его обеспечивали едой. Тогда все у нас будет хорошо. Значит, вот это одна стоит контора, которая все это дело вывозит, да? Надо поставить не одну, если вы не успеваете, надо поставить две. И если есть другие машины, заменить на другие машины. Бортовой грузовик, даже не бортовой, мне нужен крытый грузовик. Сколько? 1,2 тонны, 1,6 тонн, 0,2, 1,2, ну понятно. Значит, ставим тут автобазу. Давайте поставим две автобазы, будет 9 машин. По 1,2 тонны, там 1,6 тонн. Потом поставим здесь еще одну автобазу, которая будет забирать еду
именно с этого продовольствия и везти в город. То есть у нас будет поставка еды с этой точки и будет поставка с этой точки. Потом мы посмотрим, сколько наша республика производит, сколько потребляет город, отключим закупочку именно еды и тем самым устаканим именно ситуацию в нашей начальной республике. А то мы так и вот этот маленький Саратов так сможем пофигерить. Все, ставим здесь, ставим там, настраиваем логистику и следуем дальше. Готовенько, отлично, все настроили, все хорошо. Теперь я не беспокоюсь. Я буду беспокоиться потом, когда у нас какая-то будет проблема. Кстати, заметили, я вот здесь немножко именно зеленью посаживал. Вот тут буки посадил. Очень интересно выглядит. Очень даже интересненько выглядит. Симпатично. Нам тут прилетел донатик. Артем прислал. Спасибо за отличное видео. Возможно, имеет смысл проложить другую дорогу для доставки рабочих в новую промзону. Кажется, существующая дорога дает слишком длинный крюк. Это он за вот эту вот дорогу. Я, кстати, ее не хотел использовать, вот эту дорогу. Я хотел вот тут вот прокинуть мостик. Вот здесь мост прокинуть. А вот эти вот все предприятия убрать, и вот так троллейбус должен был бы ходить. Я просто об этом вам еще не говорил. Ну вот, сейчас я вам об этом говорю. То есть троллейбус будет вот так ходить. Раз, раз, и сюда вот заезжать на предприятие. А в эту точку будет троллейбус ходить или так, или вот так. Вот тут, в принципе, одинаковое расстояние, дабы запитать вот эти два предприятия. Там уже посмотрим. Смотрите, первое, что я хотел бы сделать, сейчас немного вот тут вот декорчика накинуть. Вы тут строите? О, ну вот как быть? Или посмотреть, как они строят, или декорчика накинуть. Ладно, давайте декора накинем, а потом посмотрим, как они там Саратов отстроили. Вот здесь вот я хочу декор накинуть. В принципе, тут больше ничего не будет, зато уже будет в будущем красивенько, как вот тут вот кусочек. Погнали. Пока вот такое вот оформление, я бы больше покрыл бы вот этими вот плитами, но я не знаю, с чем это связано, видите вы или нет вам на видео. Так, сейчас показываю. Видишь, прорисовка начинает плохо, когда отдаляюсь. С чем это связано, я не пойму, в принципе. Может, есть какое решение? Если есть какое решение, напишите, пожалуйста, именно внизу в комментариях. Вы мне очень помогли с портом, там именно строчку, где прописать нужно в коде нормальную. Может, и тут есть какое решение. Видать, освещение, видишь, падает, и они как-то по-другому именно отображаются. А так очень так бетоном залито. Норм, там бочка, кракос, то, что нужно. Так, теперь, так, Саратов. Где ты тут, Саратов? Саратов, что ты строишься вообще? Потихонечку строится, в принципе, да? Здесь строится. Давайте пока на них не будем отвлекаться и пойдем сделаем дорогу там, где я говорю. Смотрите, сейчас я вот тут вот проведу мост. Здесь немножко подрегулирую. Заправочку, наверное, перенесу в другую сторону. Или, может, даже другую поставлю, соответственно. Вот тут вот все тоже подрегулирую, может, уберу. И будут у нас именно ездить рабочие вот таким вот путем, чтобы добывать именно уголечек. И, соответственно, у нас работало электрическое предприятие вместе с обогащением угля. Все, поехали тут наводить порядок.
Маршрут готов? Что-то я забыл. А, да, точно. Чтобы сразу все запустилось, нам нужно хотя бы первичное электричество. Давай-ка мы, наверное, все-таки поставим тебя временно, а потом мы уберем тебя. Есть чуть-чуть поменьше. Во. Во. Во, ты меня устроишь. Нам главное, чтобы запустилось все, и потом уже мы будем дальше смотреть, как нам что действовать. Смотрите, что я хочу. В принципе, можно вот так вот сделать, стройка, пускай строят сами, и посмотреть, как у нас вот тут вот все происходит. Мне нужно сейчас посмотреть, как идет вообще строечка, происходит. О, отстроили. И я уже хочу более-менее потихонечку начать снабжать именно Саратов потихонечку. Еще у меня в планах было запустить именно такой рельсобус небольшой, который ездил бы с Саратова в Ставрополь на работу. И вот тут вот еще сделать такую небольшую остановочку железнодорожную. Ну, наверное, в этой серии я не успею это сделать. Но в будущем это планируется. Такое будет курсировать с одной точки, вот так выезжать, и туда вот в другую. Сейчас немного посмотрим, как они все-таки отстроят эти дома. Теперь у них уже вроде бы все есть. Еда, вода, все. Так что сейчас чуть немножко подождем. И после этого уже пойдем к следующей точке. Вот туда вот, где я прокладывал именно маршрут троллейбуса. И будем троллейбусами, значит, прокатимся по нему. Так, стоп, я забыл, я вон вижу, у меня свечатся значки электричества, что-то там с электричеством не то, и плюс я забыл поставить то, что вы именно рекомендовали, поставить вот тут вот небольшую именно стройконтору и пригнать туда экскаватор, это он уже выезжает, дружище, который будет всех тормозить. Что здесь случилось, ёшкин ты матрёшкин, получается я забыл провести электролинию назад, да? И тут все стали. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас быстро все поправим, и будет у нас все хорошо. Значит, делаем следующее. Значит, тут ставим так. Здесь, значит, ставим. Давай, развернем только. Здесь, значит, поставим вот так. Вот некогда пока, чтобы вы отстраивали. Так. И вот здесь вот подключайся. Все, строим это за деньги, все. И должно сейчас все двинуться. Отлично, а теперь смотрите, сейчас я по-быстренькому в ускоре вот тут вот налажу. Наверное, за деньги построю вот этот весь маршрут, дабы они не тормозили строечку Саратова, то я хочу все-таки его отстроить в этой серии. И прокатимся тогда уже на двухъярусном троллейбусе. Ну что, все готово? Поехали прокатимся на троллейбусе двухэтажном. Так, здесь у нас все нормально. Я думаю, они выезжают, когда нужно. Заправочка возле них стоит. Троллейбус двухэтажный. Сейчас мы на тебе прокатимся. На. Че? Вот, смотрите, 9 апреля доступно в продаже, да? 1939 год, апрель. Вот, буквально месяц назад. 18 апреля. И самолет. Ох. Может, какое-то неадекватное отображение или еще что-то. У меня просто нет своего. Ладно. Тогда, если что, опять полезем в мод. Вовнутрь мода. И уже будем там править дату или ждать, пока он появится. Значит, смотри, друг, ты здесь выгрузка-загрузка, неважно. Здесь у нас тоже также выгрузка-загрузка, неважно. Здесь, значит, едешь на предприятие и выгружаешь всех работников. Не везешь больше никого. Теперь копируем. Значит, тебе. Отлично. Выезжаем, значит, на маршрут, на тебе. Так, поехали. И когда мы доедем до завода, мы, получается, запустим следующий троллейбус. Так, давайте от первого лица. Я хочу от первого лица все это сделать. Так. О, да.
без ускора от первого лица. Ну, от первого лица. Я скажу нормально. Вот если бы только еще не деревья, мне прям слишком близко стояли. Мясо, движение такое интересное. Так, тут трава, косяк, нужно будет поправить. Загрузились, значит, и поехали на предприятие. Там столб, кстати, стоял прям посредине, не знаю. Ой, отлично, хорошо, поехали, поехали. А сколько ты пассажиров взял, скажи мне? 42 работника он взял. Так, выезжаем. И сейчас там должно все заработает. Когда все заработает, это означает, все, что я хотел в этой серии, я сделал. Это будет просто отличненько. Так, поворачиваем в эту сторону. В эту сторону. Да, немного изгибал туда-сюда, но зато хочу еще на вот эту остановочку посмотреть. Интересная остановка. Запитали электричеством. Шахта сразу начала работать. Во, 15 человек пришло на шахту. 180, слишком много здесь. Давай немножко подубавим. Да, до 20 где-то. Плюс-минус. Все равно переработка угля 522 тонны. Здесь 22 человека. На угольной шахте 80. Все, норм. А, и даже начало этот работать. Производство кирпича. И кирпич начал производиться. И электричество вырабатываться. О, да. Отлично. Отличненько. Пускай, значит, она как запасная пока стоит. Когда у нас будет бесперебойно работать электростанция, это будет означать, что мы все правильно сделали. Все, в следующей серии будем электрификацию делать свою полностью по республике. Ай, классно. Ай, хорошо. Если тебе понравилось, ставь лайк. Если тебе сильно-сильно понравилось и ты ждешь продолжения, подписывайся на канал и встретимся в следующей серии. Спасибо за просмотр. Пока.